Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала «Люблю готовить сама». Сегодня я буду готовить суп из зеленого горошка с базиликом. Диетологи советуют включать в рацион жидкое первое блюдо. Супы полезны для желудка, хорошо усваиваются и быстро насыщают. Итак, начинаем готовить. Наливаем в кастрюльку с толстым дном 1 столовую ложку растительного масла. Далее отправляем репчатый лук и чеснок. Лук и чеснок слегка подрумяним. Лук и чеснок подрумянились. Добавляем зеленый горошек и добавляем шпинат. Шпинат можно использовать свежий и замороженный. Добавляем воды. Доводим все до кипения и варим 5 минут. 5 минут прошло. Добавляем свежий базилик и варим еще 3 минуты. 3 минуты прошло. Добавляем сливки 10%. Сливки добавляем горячие. Доводим до кипения и взбиваем погружным блендером. Дорогие друзья, посмотрите, какой получился красивый цвет. Цвет фисташки. Суп готов. Добавляем свежемолотый перец по вкусу. И также по вкусу добавляем соль. Все перемешиваем и разливаем суп по тарелкам. Данное количество продуктов рассчитано на 2 порции. Суп у нас готов. Сейчас я его буду пробовать. Я украсила сливками сверху. Очень нежный вкус. Такой сладенько. Зеленый горошек сам по себе сладенький. И когда вы добавляете соль по вкусу, в итоге мы получаем гармонию вкуса. Суп очень вкусный. Очень полезный. Для тех, кто... Сейчас, подождите. Аж не могу говорить. Это действительно очень вкусно. Такой суп полезный и для тех, кто занимается спортом, и для тех, кто питается правильно. И вообще... Я рекомендую всем приготовить этот суп, удивить своих родных и близких. И я вам гарантирую, они попросят такой супчик приготовить и еще. Ну что, дорогие друзья, всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока!